сети реализует программу по развитию зарядной инфраструктуры на территории Российской Федерации, на территории Саратовской области. Это первая зарядная станция, введенная в работу на территории Балаковского района. В данный момент она находится в тестовом режиме. Там можно осуществлять заправку без взимания платы за эту заправку. После проведения установочных всех тестирований работ она будет включена в систему в общую, то есть занесена на карты, и можно будет пользоваться уже через Яндекс.Карты, через электронную систему оплаты и так далее. Мы сейчас подали заявку правительства Саратовской области, где будет софинансирование и развитие этой инфраструктуры.